Дорогие друзья, я профессор Валерий Викторович Кубарев, историк, теолог и писатель, глава Думы Рюриковичи. Много лет занимаюсь проектами «Цивилизация и новая парадигма», автор нескольких книг, в том числе монографии «Веды Руси», изданной в 2009 году. Представляю вашему вниманию проект подготовки и издания исправленной и дополненной книги «Веды Руси» в трех томах. Суть проекта заключается в независимом и объективном установлении всемирной истории и истории религии на основании фактов, ДНК, генеалогии и объективных оценок. Такой подход исправляет ложь в подтасовке победителей, пишущих официальную историю. Русь представлена в книге «Колыбелью человечества», с территории которой вышли первооснователи западных и восточных цивилизаций. Книга будет играть важную роль в формировании патриотического, религиозного и культурного воспитания российского народа. Проект будет интересен ученым, богословам, политикам, молодежь, студентам и широкому кругу читателей. Новая книга будет издана в трех томах в цвете с множеством иллюстраций, что сделает проект весьма дорогостоящим. Собранные средства пойдут на подготовку исправленного и дополненного текста, редактирование книги, подготовку макета, набора и издания трехтомника, а также оплату комиссии портала Планеты.ру. Дорогие соотечественники, инвесторы, меценаты и неравнодушные люди. Без вашей финансовой поддержки будет невозможно реализовать этот полезный и важный проект для России. Волею судьбы страна находится в известных обстоятельствах и препятствующих установлению истины и доступу к свободному финансированию. Призываю вас изучить материалы презентации и принять посильное участие в сборе средств на наш независимый проект в области науки и просвещения. Всего вам наилучшего!